Всем привет! Тестирую новое освещение. Собственно, картинка мне вроде бы нравится. Ну, а само освещение... Это вот такая вот настольная лампа. Плюс светодиодная лампочка на 12 ватт. Свет покажу. Самодельный вариант меня никак не устраивал. Да и что-то неохота что-то делать, потому... Так, фокус сейчас... Потому принял решение купить. Ну, как-никак, какой-то доход все-таки канал приносит. Вообще, доход в интернете есть, поэтому надо что-то и купить, чтобы попробовать. Все-таки как-никак какой-то доход в интернете есть, ну и надо как-то вкладывать качество. Ну не знаю, насчет вкладывать в качество, или я правильно сделал или нет, увидим со временем. Так, цветовая температура 41 4100 кельвинов, 100 миллиампер, то есть 22-25 ватт лампочка должна потреблять. Хотя написано 12, странно. Здесь должно было бы быть 50 миллиампер. Угол рассеивания 270 градусов. Вот такая лампочка, 2 года гарантии на нее дали. Вот. Поэтому надеюсь, с этим светом уже будет куда получше работать, чем с предыдущим. Вот, сейчас поставлю лампочку под самый телефон, то есть, чтобы... Упс. То есть, чтобы свет максимально... Ага, фокус. Вот. Максимально был, чтобы свет был максимально на уровне камеры. То есть, вот тут одна лампочка и вот тут одна лампочка. Прямо там, буквально. Вот. Ну что могу сказать? Ну, нормально. А ну, например, если захочу шум показать, как это будет выглядеть. Ну что ж. Приемлемо. Вполне себе нормально, я бы сказал. А если... В общем, пока что я думаю, что потратился я не зря. Ну, относительно того дохода, который у меня в интернете, то я потратился более-менее нормально. На это все. Но что не сделаешь для подписчиков. Да и вообще для зрителей. Вот, ну... Что еще? О, подвисает картинка. Телефон не справляется. Когда много света, то почему-то телефон начинает фризить, или как это называется? Ну, короче, рывками. Не знаю почему, но вижу, что процессор загружен почти на полную. Скорее всего, не хватает мощности. Здесь двухъядерный процессор на 1
гигагерц. Вот. Ага. А ну-ка, давайте еще попробуем вот какую-то вот такую вот приблуду в кадр добавить. Как она тут смотрится? Ну, смотрится вроде бы нормально. Честно говоря, лампочки немного светят мне в морду лица. Немного слепят. Ну, это такое. Вот. И все, жду вдохновения, когда оно у меня появится, чтобы начать делать новые ролики. То мне постоянно пишут: снимай уже, сколько можно? Давай видео новые. Ну, я не могу так. По крайней мере, пока у меня вдохновения нет, я не могу сидеть все это часами, а то даже и неделями все это делать, монтировать. Да-да, мои ролики порой бывает затягиваются на недели. Все дело в том, что сначала, чтобы вам какую-то информацию подать, ее для начала нужно переварить. А я, как правило, любитель такой темы, вот таких вот всяких, как я говорил раньше, пару долларовых, никому не нужных платок. Так как они никому не нужны, кроме меня, мне приходится лезть к буржуям за информацией. А это для меня пока что сложновато. Ну, какой-то там английский. У меня есть минимальный технический, скажем так. Вот. И мне приходится... Ладно, не об этом. Мой ролик. Ну, в общем, не знаю, я вроде бы доволен пока что. Вон, в принципе, даже одна лампа может вполне себе. Вполне себе все это тянуть. Но когда два источника света, то получается тени накладаются одна на другую, и их почти не видно. Ну, по крайней мере, мне так кажется на данный момент. Ух, 7 минут. Ну ладно. В общем, вот такое вот видео, ни про что. Что-нибудь, лишь бы запилить. Кстати, забавно. Сейчас. Здесь есть отражение. Вот я тут без футболки сижу. На лампе есть отражение, и когда я говорю в дисплей телефона, то, в принципе, можно отвлекаться на себя. Получится, как это говорится, тихо сам с собой, я веду беседу. Беседу. Такая фигня получается. Вот. Забавно. На одной лампе мое отражение, и на второй. И там, и там. Да. Ну, в общем, такое видео. 8 минут. Ох. До сюда досмотрят, ну, скорее всего, единицы, если не... если вообще никто. Ладно. О, кстати, вот такой вот есть у меня кондерчик. Фокус на него. Интересный. Довольно-таки старожил. Судя по этим 73, 72... Этот кондёр очень старый. И он был изъят из реально старого устройства. Примерно 70-х годов. И очень крутой, потому что здесь емкости, ну, не 4700 микрофарад, а значительно больше. Вот здесь даже указано минус 10 или минус 10 или плюс 50. Ну, 50, конечно, нет, но здесь 1005 микрофарад есть. Невзирая на солидный возраст. Начало 70-х годов. Это из буржуйской техники, это не советский. Ну, в общем, я думаю, вам и понятно. Ну ладно, что я буду посещать видосы каким-то конденсатором. Еще раз, вот так вот я вижу это. Упс.
Вот так вот я это вижу, все. Кстати, убрал на столе, наконец-то, а то здесь такой срач был, что ужас. Вот. Ну и все. Что еще тут добавить? Видно отражение или нет? Ага. Ладно, не буду маячить своим голым торсом, потому что здесь нету чему маячить, в общем-то. 10 минут. Ну ладно, все. Лимит и так уже превышен.